Я хочу рассказать о своих дядях. Это мамины братья по фамилии Ковалевы. Дяди прошли войну от самого первого дня до последнего. Служили в так называемых, были железнодорожные войска. Про войну вот говорили только о том, что кого потеряли. Как было непросто вот эта вот жизнь окопная, новая форма существования. Это когда ты каждую минуту, в общем-то, находишься в опасности. И вот мы, говорит, все удивлялись, как мы выживали. Но двигала любовь, конечно, любовь к близким. Сейчас бы они, если были бы с нами, смотрят на нас, они бы удивлялись бы, как мы тратим свою жизнь иногда глупо. Беречь память о них – это наша святая забота. Они все герои, это важно для нас.